Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Понимаете, в чем дело? Вашу жену можно, конечно, убедить, но для этого нужна немного немало мотивация вашей жены. Тут нужно, чтобы она хотел этого, чтобы ей это было интересно, чтобы ей это было важно, чтобы она увидела для себя какую-то реальную пользу от того, чтобы перестроить свою модель поведения. А сейчас она выглядит как человек, который изо всех сил пытается себя защитить. Сейчас она выглядит как человек достаточно тревожный, она выглядит как человек достаточно напряженный. Вот. И как бы не очень понятно, от чего такая реакция у нее. Боится ли она вас или активно пытается доказать свою правоту вам почему-то, для чего-то, из-за чего-то. Вот. Это не понял сейчас. То есть нужен анализ. Понимаете, если ваша жена всегда была такой, то невольно возникает вопрос. А почему вы принимали раньше? А сейчас нет. Что случилось? Это первое. Вот. Если вы сейчас перестали ее принимать вот такой, какая она есть. Право ваше, тоже. Но нужно понять, почему. Почему перестали. Вот. Дальше. Вы говорите о том, что, значит, она что-то делает, ошибается и так далее. Я думаю, что связано это с тем, что она не чувствует ответственности за свои действия. Вот. И это вопрос к вам. Что вы не разграничили свою ответственность с ней. Вам нужно возвращать свои интересы, а ей нужно продвигать свои интересы. Вот. И когда она поймет, что ее интересы
не вещает никто, кроме вас. Ой, это кроме нее самой, простите, а вы не хотите вещать ее интересы. Вот, тогда возможны какие-то перемены. Но опять же повторюсь, если есть некие вот такие серьезные исторические, этимологические причины, в котором она ведет себя так, то даже подобное не поможет ей измениться, потому что будет страх какой-то вот перед тем, чтобы попросить помощи, признать свою неправоту и так далее. Вот. Ага, ну, как правило, подобное происходит из-за того, что человек в детстве имел серьезное столкновение с неким авторитарным таким проявлением. Вот. И просто-напросто боится того, что ее будет подавлять. По сути, человек боится того, что боится подавления. Какого-то подавления боится человек. Вот. Конечно, это вопрос, да, почему, ну откуда страх такого вот подавления, но тем не менее, это вот причина, и ну, причина такая вот достаточно серьезная. Вы свою жену не поменяете, не переделаете, это совершенно бесполезно. Особенно если учесть, что она уже достаточно зрелый человек, да, уже такой вот достаточно взрослый человек, и если у нее есть опыт того, что ее такой принимает. Так мне видится здесь недостаточно проработка ваших личных границ, вот мне видится здесь какой-то ваш страх, может быть какая-то неуверенность ваша в себе самом, вот, и как результат это вот подобная тревожность вашей супруги, которая пытается, ну, очень похоже просто на это, пытается проверить, значит, какие-то вот личные границы. То есть пытается с вами бороться, понятно только для чего, да, и напротив, совершенно понятно, что подобная борьба ни к чему хорошему никуда не приведет. Но опять же, это понятно ей, это понятно нам, может быть, но непонятно вам. Может быть, ваша супруга в том числе беспокоится из-за того, что вы ее не слышите. Вот. То есть она беспокоится относительно того, что вы ее не слышите. То есть вы не говорите с ней на ее языке. Вот. Может быть, причина в этом заключается. И, соответственно, здесь нужно посмотреть, а насколько вы, там, грубо говоря, совместимы, да, то есть насколько вы друг друга понимаете, и хорошо ли вы друг друга понимаете. Вот это тоже такой достаточно важный момент для того, чтобы, ну вот, чтобы
как-то вот в этой ситуации разобраться, да, чтобы как-то эту ситуацию рассмотреть. Вот, хотя и понятно, что трудности могут быть и проблемы и так далее, ну, в общем, здесь история такая. Вот. Дальше идем. Ага, по поводу правоты и неправоты. Очень важный момент хочу вам сказать. Надеюсь, вы меня услышите, потому что момент такой, правда, достаточно важный, достаточно серьезный. Вот, с чем он связан? Ну, если вы на полном серьезе пытаетесь донести до своей жены историю о том, что может быть кто-то прав, а кто-то нет в этой вот ситуации, то, ну, наверное, вряд ли вы можете себе вообще более такую, более худшую услугу оказать. Вот, потому что, ну, просто по элементарным абсолютно причинам, да, женщины плохо воспринимают эту историю о том, что вот кто-то может быть прав, кто-то может быть не прав, то женщина очень плохо воспринимает это. И вы не делаете себе, как бы вот, ну, вы не делаете себе погоду тем, что, значит, ну, упирается на правоту или не правоту, как ее, так и ваш. То есть на самом деле человека слабо волнует, кто там прав, кто там не прав. И на это вообще все равно, практически все равно. И, соответственно, нужно немножко другими вещами оперировать, да, и стараться больше говорить на языке именно человека, да, то есть не на своем языке, как это вы, может быть, делать сейчас на данный момент, а именно вот на ее языке. Вот, даже если вам тяжело, все равно нужно стараться говорить на языке именно ее. Вот. Только так можно чего-то достичь. Не говоря на ее языке, ну и ничего не добьетесь, кроме того, что настроить ее вот против себя еще больше. Вот. Я, правда, не очень понимаю, как вы живете, честно говоря. То есть я не понимаю, как вы живете вместе, если она такая плохая, да, то есть, ну для вас, для вас. Мне кажется, что ну, если человек вас не устраивает, то зачем находиться с ним рядом? Но, так что здесь тоже не совсем понятно, не совсем не ваши мотивы. Вот, я не буду
спорить с тем, что хотел бы понять вас, вот, хотел бы лучше понимать, что происходит, вот, с вами. Именно с вами, именно между вами, что называется. Вот, мне кажется, это достаточно важный такой момент. Но, здесь много зависит от того, хотите ли вы, чтобы я или кто-то другой в этом разобрался. Вот, если вы свою жену любите, то проблем особых не будет. Если у вас есть любовь к своей жене. Если вы хотите делать ее счастливой, то проблем особых не будет. А если, вот, если вы не хотите этого, или если вы хотите доказать ей что-то, то здесь я боюсь, конечно, будут определенные трудности. Трудности, к сожалению, достаточно большие, потому что женщина хорошо чувствует неискренность, и если вы что-то делаете, как бы через силу, да, то на это ощущает, и еще больше тревожит, вот, еще больше может агрессировать, грубо говоря, вот, поэтому ваш рационалистический подход, которым, как мне, как мне кажется, вы следуете, да, он не очень подходит для вашей ситуации, потому что жена ваша, она такая достаточно эмоциональная, а рационализм ее вполне вероятно только раздражает еще больше, вот, к сожалению. Поэтому я не думаю, что вы сейчас вот, в полной мере понимаете, в какую сторону вам нужно двигаться, да, я не думаю, что вы себе в этом подаёте отчёт. Ну вот, к моему сожалению большому, конечно же. Вот, ну, тем не менее. Я надеюсь только на то, что мои слова помогут вам несколько более, несколько более глубже смотреть на эту ситуацию. Вот. То есть убедить, давайте вот еще раз я скажу, убедить вашу жену невозможно. Убедить меня, если хотите убедить. Вот, то убедить нет, убедить невозможно, убедить нереально. Никакие логические доводы здесь не помогут, в принципе, потому что ваша жена руководствуется не логикой, она руководствуется решением своих конфликтов определенных, решением своих проблем, она действует в какой-то степени по своим только лишь представлениям, потому что только ей кажется правильным. Вот. И все. Вот. Убедить нельзя. А вот научить, показать, что какие-то мотивы не работают, показать, что что-то неэффективно, вот, применить модель женской любви, это вполне реально. Но для этого необходимо освоить бесконфликтное общение, вот, перестать играть в эти игры, которые она играет с вами, а вы играете в ее игры. Почему вы играете в ее игры? Потому что вы тоже как бы, ну, на нее так жалуетесь, говорит, что вот она там такая, но вместе с тем вы такое ощущение, да, что вот не отдаете себе отчет в том, что вы выбрали эту женщину себе в жены, и
вы решили с ней как бы находиться в отношениях, да, то есть это, ну, никто вас насильно там, грубо говоря, не заставлял это делать, вот, и как бы это вот один из таких ключевых моментов, мне кажется, на который вам нужно обратить свое внимание, потому что чувствуется какая-то попытка нас вот, ну, на свою сторону перетянуть. Вот. Это не обвинение, я вас не обвиняю, просто говорю о том, что это позиция заведомо такая вот негативная, потому что, ну, это немножко вот не работает, так не работает так, как вам бы этого хотелось. То есть это работает, ну, все-таки, ну, немного по-другому. Вот. Немного иначе это работает. Я надеюсь, что ответил на интересующий вас вопрос. Так, больше последствия и поступков, либо наказания за мои действия абсолютно неизмеримы, возможно, явно раздуты и приумножены. Ну, здесь, наверное, ключевой момент в том, что вы сами как-то вот себя считаете виноватым, возможно, в этом. Все дело, что вы считаете, что вы виноваты, в принципе. И ваша жена просто подбрасывает как бы дрова в огонь. Вот. То есть, если бы вы не считали, что вы виноваты, если бы по-другому немножко это все позиционировали, то проблем было бы меньше. Ну и смотрите, вы хотите, чтобы она свою вину признала. Вот. А, очень такой вот показательный момент, для чего вам ее вина. То есть, чтобы что. А, что вам даст вот, то, что она признает свою вину, если она признает свою вину. Вот, это очень похоже на рэкетную такую историю, на какой-то такой вот типа возмездие, знаете. Вот. Но опять же, это путь немножко никуда, с одной стороны, с другой стороны, ну, вы же таким образом по факту говорить на ее языке, вот, а ее язык — это то, что всегда будет ее самой напрягать. То есть вам нужно дать это, чего она хочет. Это какое-то такое спокойствие, уверенность, вот. При этом это, конечно, не решает ее проблем, но это то, чего она хочет от вас. Вот. А вы пытаетесь с ней там договориться, пытаетесь что-то доказать, объяснить, это не работает немножко. Вот. Поэтому я еще раз вам вопрос вот, хочу такой задать, да. Вот это, вот, что вас объединяет с ней конкретно. На этом все, удачи, желаю вам всего самого доброго.